Белшина поддерживает производство модели Бел-97, чтобы оставить на ходу недорогие народные автомобили в возрасте за 20, которых еще в достатке на наших дорогах. При том, что зимней снежинки на боковинах шины нет, ее часто эксплуатируют круглый год. Это приемлемо благодаря легкой ламеллизации шашек и спокойным скоростям, которых придерживаются водители. Что касается цены, она традиционно небольшая. Главные инженерные решения в дизайне. Центральное ребро не поделено на шашки, чтобы автомобиль отчетливо следовал рулевому управлению. Боковые шашки разведены поодаль, чтобы автомобиль устойчиво пересекал подтопленные участки дорог. Много отзывов о Белшина Бел-97 читайте на сайте автосеть.бай.